Ребята, сегодня настал вечер, когда мы будем вербовать Рэя в ряда российских дел, иностранных дел. Будем из него русского человека делать, и украинского, и белорусского, и казахского. Вообще, всех национальностей Советского Союза бывшего. Hello! У нас на Хэллоуин принято с детишками в костюмах приходить домой, стучаться в дверь и говорить «trick or treat». И мы даем конфетки детишкам, здороваемся с ними, передаем им привет, и они идут так в каждый дом и набирают в конце вечера очень много конфеток. Это прикольно. Ray through the fire. Та-да-да-да-дам. Та-да-да-да-дам. Так, ребята, смотрите, у нас уже есть грибочки солененькие, помидорчики, овощи, шашлычок готовится. Ray готовится. Готовимся, ребята, готовимся. Капустка. Ох, сейчас мы как будем классно ужинать. Шпроты. Помидорчики. Грибочки. Икра. Грибочки, капустка, докторская колбаса. Колбаса копченая. Рэй. Соус для шашлыка. Что? Что? Рэй knows how to say this. Яблоко. Ребята, какой может быть наш ужин для американцев без шашлыка? Пойдемте, я вам покажу, что я сейчас буду готовить на мангале. Ребята, запах, конечно, вообще. То есть для моих американчиков любименьких вот это будет просто в тему. Ну что же, ребята, стол накрыт. Наша любимая еда у нас уже на столе. Со мной сегодня Рэй, моя любименькая, Деброчка. И у нас сегодня будет шашлык, пельмени, разные вкусные грибочки, капустка, докторская колбаса, сало, польская колбаска, соленые помидорчики, лучок, помидорчики и даже шпроты из Риги. И одновременно у нас будет и сулугуни, и квас, и пиво, ну и, конечно же, водка. Ну что же, начнем мы, конечно, с водочки. Давай, яблоко? Без яблока. Машина? Бутерброд? Машина? Oops. Oh, great. This... I guess let me measure them. Still learning. Американцы сейчас будут пить водку. Nice, look at that. Пинк, пинк, пинк. Давайте с помидорчиком солененьким. Tomatoes. The pickled tomatoes is a traditional Russian chaser. Grab one. Don't be a stranger. Помидорчик. Сейчас закусим помидорчиком. Ну что, ребята, за вас и за спецназ. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Спасибо. Отлично. Отлично? Отлично. 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 Good? All right. Pickled tomatoes. I like this. Pickled tomatoes. Солененькие помидорчики пошли на класс. Ну что, попробуем Балтику? Балтика номер два. Настоящая Балтика. Real Балтика. From real Russia, not fake Russia. What's a fake Baltica? Fake Baltica would be Bud Light. Bud Lightica. Мы, конечно, баньку не могли, ребята, устроить, потому что, ну, по традиции, банька, и озерко холодненькое. Сейчас. Ребята, он не видит, что у меня есть. Мы сегодня зашли в русский магазин и купили веник для бани. Настоящий веник. Для бани. Это просто офигеть. У нас веник для бани стоит... Нельзя смотреть ему. У нас веник для бани стоит $15 в русском магазине. Don't look. Not yet. Not yet. Сейчас как я ему по спинке постучу банным веником. Ну раз мы собрались-то, родную нашу еду есть. Оп! And
That was... Weird. Yes. Странно. Okay, so in Russian sauna, in Russian traditions, when you get with friends, you go and do a sauna inside of a house made out of wood, and they do steam, kind of like a steam bath. Gotcha. And they beat the shit out of each other with these things. And it feels supposed to be good. It's supposed to be for your back. And they beat them, and then you get all hot and sweaty, and then you run outside into the cold water, you dip in the lake. It's crazy, I know. And then you come back from the cold to the hot, from the hot to the cold. I have no idea why she got this. And where is the banya in California? I have no idea. I'm learning stuff. Got it. Maybe. Учится. And I think now you're going to get some English viewers on here. Some weird English viewers. Well, my brother's going to be definitely interested in this. In the spanking or in the eating? In everything. In everything? Well, you could go upstairs and make it steamy. And говорит, пойдемте сейчас в ванну, сделаем там баню. No. Okay. Так, ребята, давайте начнем с пельмешек. Вот такие мы сделали небольшие. Вот, Дебра приготовила нам пельмешки, настоящие пельмешки. So these are pelmeni with sour cream, black pepper and dill. This is veal. Okay. Oh, I rhymed. So try it, see what you think. These ones are good. These are good. They're nice and meaty. Пельмешки вкусные. I've never tasted anything like it before in my life. Говорит, ничего до этого такого не пробовал вообще. You like? It's delicious. Говорит, очень вкусно. Вот здесь мы пожарили сулугуни, вот такое вот, с петрушечкой, с черным перчиком, просто обжарили сулугуни. Грузинская, армянская. So, this is Georgian, Armenian, many countries in the southern region. Wow. It's supposed to be enjoyed hot. And I love cheese. I love cheese too. Сулугунька. Oh. That's for you. Oh. And this cheese, you just slice it and then put it on the skillet. That is fantastic. Now cold or the sprouts? Давайте я ему сейчас начнем с сала. So, we're gonna start with this guy. Okay. That's the сала you're That's talking the сала. Сальца. Okay. And then grab raw onion. Okay, сало, лучок, and then bite. Oh, okay. And then raw onion. Wow. Украина! Wow. Я согласен, ребята. Сало обалденное. It just melts in your mouth. And it's such a subtle taste. Everything с лучком, со свежим. So обалденное. You can tell them what the сало is? Сало is pork fat. Oh, okay. То есть я им объяснил, что такое сало. Да, это жирок свининки, но вкусненький. This is fantastic. Фантастика. Yes, very fantastic. Так, ребята. Хлебушек. Сейчас будем пробовать докторскую колбаску нашу, любименькую. Она с капусткой любит. Definitely good. Definitely good. So, капустки солененькой, квашенкой. Квашеная капусточка вот так вот. Блин, докторская колбаска. Просто. О, Save this. Икра баклажанная, заморская. See? Put some of this on your bread. Okay. Like that. Taco. Deborah's got a good idea to make a taco, but... Oh, wow.
Good? This is very sweet. Очень, говорит, сладкая. Дайте я попробую. Now this is what, a vegetable or eggplant, carrots. I think my vegetarian and my vegan friends would love this. Really? Mm-hmm. Говорит, его друзья, которые вегетарианцы, им очень бы понравилось, но не колбаса докторская, а баклажанная икра и корочка. Mm-hmm. You like? Yes. You like? Of course. How much? So far as a house guest in say St. Petersburg or something like that, I wouldn't be offending anybody. На данный момент ему очень все нравится, то есть, как бы сказать, никого бы не обидел. Квас. Квас, так, ребята, давайте кваску. Попробуют американцы кваску. You ready for квас? Sure. Готовы на квас? All right. I haven't tried this in years. Oh my. Okay, I'm not a very big malt man, so it's going to be a little low. This might be the one that I kind of don't like so much. Exactly. Because I have had malt drinks in Panama, did not like them. Интересно. То есть он сказал, что когда он служил в Панаме, там такие же почти похожие напитки были на квас, и ему они не очень понравились. Давайте посмотрим, что он скажет по поводу нашего кваса. Right. So, квас. Right. Квас. It's like a sour cider. Yeah, it's kind of like, it's kind of a sour sweet. Oh, sushi. К нам в гости зашел суши. Sushi. Remember another Russian word? What is it? Kushka. Кошка. 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 So, квас. Квас is interesting. How many does? I'll give it 3. 3 из 5 на квас. Вопрос от Алексея Никулина. Какая зарплата в армии? For me, at my rank, I get paid around 1400 every 2 weeks. So around 2900. Staff Sergeant. Staff Sergeant. Not a big mushroom fan, but I do this in the name of international relations. Vinegary. Uh-huh. That's the first thing that comes. Mm. What do you think? It's mushrooms. It's mushrooms. Грибы. Try this one. Давайте вот эти попробуем маленькие. Every time I think of mushrooms, I think of 1960s trips. Он про другие грибы сейчас совсем сидит. Jimi Hendrix. Hendrix. Mm-hmm. These ones are like penises. These go down easier. These I'm chewing on forever, yes. Mm. Okay, as far as a Yankee capitalist pig would go. Что-то про капиталистическую свинью. И, короче, я так понял, что грибки не для него и не для них. Do you like mushrooms like this? Those ones are not bad. Some of the other ones are funky. Американцы не привыкли к грибкам. Yeah. Я коммунист, мне нравится. He did say this was kind of Soviet, so. Да, у нас не российская еда, не русская, а у нас как бы советская со всех регионов. Так, польская копченая краковская колбаска. Let's do the Polish style smoked kielbasa. Oh, here we go. I like this sausage. Блин, копченая колбаска, какая вкусная. Колбаса is always good. Говорит, колбаса всегда вкусна. Дебра? Mm-hmm. Mm-hmm. Translation. Mm-hmm. Mm-hmm. Да! Машина. Капуста солененькая, квашенькая.
Compared to KFC coleslaw, this is great. Кирилл Гринков задает вопрос. Как Рэй считает, что лучше, M1 Abrams или Т-14 Армата? Okay, I'm ready for this one. The Leopard 2. Леопард 2. Так, ребята, пора и шпроты открыть. Dramatic music, please. Be very, very careful. Окей, сардинс. Сардины, говорит. Почти. А, аромат рыбки пошел. See, I don't really like this one, so I'll try it. Of course, Americans are like, oh, I'll try it fish, with oh my god, oh my god. It's not that I've had canned fish, I'm not a big fan. Они не привыкли к нашим шпротам. Окей. Just like you, with the just onion. Like this, yeah. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. It's not bad. Неплохо. I wouldn't turn it down, but it's also something I wouldn't like eat all day long. Я, говорит, не отказался бы, но в то же время я бы не ел бы это целый день. Russian apple. Oh, that's the name. Russian apple. I love it! Hello, dear Ray. Здравствуйте, уважаемый Ray. У меня есть несколько вопросов. Один вопрос. Что вы думаете о армии России? Второй вопрос. Сколько лет вы уже служите? Третий вопрос. В каких войсках вы служите? Привет вам из города Санкт-Петербург. I think the army of Russia, from what I have seen, is absolutely awesome. Все, что я, говорит, уже видел, это офигенно. I think the training is incredible. Тренировка обалденная. 30 years. 30 лет уже служит. The Army National Guard now, Transportation Corps. So I drive trucks. Армия, Национальная гвардия, водит грузовики. Good. Так, ребята, ну что, шашлычок? Шашлычок? So, Ray, шашлык. Шашлык. This is lamb, барашек. So, take a couple of pieces off the skewer. Дебри барашек не очень нравится, какой бы он ни был. Она не понимает в смысле наших барашков. Мерка! Мерка! Ребята, шашлык из свинины. Блин, какой же вкусный шашлык из баранины. What he said. What do you think? Fantastic. 5 out of 5 does a Sputnik. 5 из 5 шашлык. And a Tsar bomba. Царь бомба. And a Sputnik. And a Sputnik. The sauce is amazing. I need a recipe for the sauce. Николай Беляков спрашивает. Здравствуйте, Рэй. Что вас подвигло стать военным? Good question. Хороший, говорит, вопрос. Yeah, I felt it was a need to serve my country at the time. Now that it's been 30 years, it's a stable paycheck. Did you join right after high school? I joined during.
During high school? During high school. Игорь Рачков. Вам нравятся русские фильмы? The only one I've ever seen is Ninth Company. Девятая рота. Игорек, он говорит, что он бы с удовольствием посмотрел бы еще бы фильмов, если бы там были субтитры. Elite Bro. Где Рэй служил и был ли в боевых точках? Если да, то в каких? Okay. Так что, Рэй, где, в каких боевых точках ты был? Okay, I've been in the Panama conflict in 1989. В Панаме был в 1989 году. Iraq in 2004-05. В Ираке 2004-2005. And then again in 2013-14. И потом в 2013 и в 2014 году в Ираке. I've also done, as far as humanitarian work, the Los Angeles riots. Также он участвовал в гуманитарной помощи в наведении порядка в восстании в Лос-Анджелесе, когда такие происходили. 1992 году. I did humanitarian work for Hurricane Katrina. А также участвовал в спасательных работах при Катрине. I've done some humanitarian work in Honduras. Также в Гондурасе участвовал в спасательных работах. В Гондурасе, ребята. That was 1994. 1994 год. I've done the 1991 Northridge earthquake. 1994 what? The 1991 Northridge earthquake. И в 1991 году было землетрясение в Эрфуичи. I'm trying to think of all the ones I've done. That's pretty much it. I mean, I've done other various fires and earthquake duties. Конечно, были небольшие места там, где землетрясения происходили, он помогал. Ну вот то, что и было. It's still a bit cold. Especially the sauce. The sauce is amazing. Алина Хуанг. Сколько ему лет? How old are you? Сколько вы думаете ему лет? I'm 48. Ему 48. Семен Масалов спрашивает. Рэй, что ты думаешь о русских людях? I like them. I mean, people are people all over the world. What? No, I like them. People are people all over the world. Русские I mean, люди ему нравятся, и вообще по всему миру ему люди нравятся. I mean, politics aside. Если не трогать политику. You know, Russians are about the same as Americans. In русские такие же, как и американцы. It's just a language barrier. Это просто здесь барьер в языке. And they're great cooks. И хорошие повары. Виталий Кошелев. Кошелев. Спрашивает. Спроси его, не хочет ли он покататься в российских поездах. Absolutely. Absolutely. What translation was that? Виталий, он ответил на этот вопрос. О! Happy Day. Спрашивает. В какой стране он хотел бы жить? Personally, I'd like to live on an island in the Pacific all by myself for Cuba. Ага. То есть на острове где-нибудь в Кубе. Yeah, Cuba. Куба. Павел Федотов спрашивает, чем занимаются люди в США после окончания службы в армии? Мнение по поводу современной армии США, подготовка, оснащенность и бонус. Смотрели вы сериал MASH? Okay. По порядку. I can answer part one. Mostly what people do when they get out of the army. Все, что делают люди после окончания службы в армии. They just do a job, find a civilian job, or they're retired. Они пытаются найти работу, обычную работу, или просто уходят в отпуск, или там, например, уже на пенсию. Item two, I respectfully can't answer. Номер два, он не может ответить по поводу... Yeah. То есть подготовку и оснащенность он не может ответить? Yeah, I'll get in big trouble for that. У него будут проблемы, если он будет отвечать на такие вопросы. And yes, I watch MASH a lot. Да, смотрит MASH. And Hawkeye was my favorite character. Hawkeye его был любимый герой. Bonus points for him. Bonus points. Бонусы тебе обратно, друг мой. Mega Noobs. Mega Noobs. Mega Noobs. К
Как Рэй относится к Украине, к России и к Путину? О, oh boy. I heard Putin. Okay. Ukraine, I'm going to stay neutral on. Но по поводу Украины, он нейтрал. Mostly the reason I'm saying I'm neutral on it, it's a Ukrainian issue, it's not an American issue. По большой как бы причине, почему он нейтрал, потому что это проблема Украины, и Украина должна сама решать свою проблему. And I'm going to get flack for this, but I Сейчас really надо... wish Putin would run for president here in 2016. I like Putin a lot. I have much respect for the man. Реюшка! Реюшка! Оп! 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 Реюшка! Реюшка! Путин 2016. Но Трамп, но Хиллари. Путин. Путин ему очень нравится. Alright, let's keep going.